Поступил на ремонт вот такой вот триммер Carver GBS-143. Вот. Причина. Плохо заводится, не развивает оборотов. И на газу, когда нажимаешь на газ, глохнет. Мы провели диагностику данного инструмента. И что у нас выяснилось? А выяснилось следующее. У нас здесь ни разу в жизни не менялся фильтр. Судя по косе, данный триммер работал очень даже немало. И помимо того, что фильтр ни разу не меняли, здесь еще и высохли шланги. А также повреждение резиночки. Вот она. Здесь у нас такая резинка есть уплотнительная, которая шланги нам уплотняет относительно бака. Вот, она рассохлась и разорвалась. Помимо этого, шланги высохли, пора менять. И фильтр наш тоже пора менять. Шланги снимаем. Вытаскиваем. Если фильтр не вылазит через это отверстие, сделайте вот такой вот крючок. И при помощи его, прямо через горловину бака, можно вытащить. Здесь видим, аж грязь у нас на фильтре. Вот она. И резинка уже необратимые изменения претерпела. То есть порвалась. Мы поставим, вот он, новый комплект шлангов с топливным фильтром. Засовываем его в бак. И при помощи отверточки, аккуратно, не повредив резинку, туда его вставляем. Вот. Сейчас покажу. Вот у нас все новенькое, все плотненько, хорошо. Одеваем шланги. Шланг одевается, подача у нас черный, который с фильтром, на дальний трубопровод. Он такой имеет две риски. Вот. Можно шланги подрезать, но я их лучше вытащу туда в бак. Хотя вот этот, наверное, который обратно, мы чуть-чуть его подрежем. Вот это у нас обратка будет. А тот мы сейчас достанем. Достанем. И вот таким вот образом затянем. И назад вот туда. Чтобы подлиннее он там был. Вот. Одеваем пробочку. Фильтр пока ставить не будем. Вот. Что у нас получилось? Все аккуратненько, все красиво, все новенькое. Сейчас пойдем заведем, попробуем, как работает. И после этого уже оденем фильтр. Итак, дорогие друзья, вот он наш триммер, на котором мы с вами меняли полностью шланги и топливный фильтр. И вот теперь пробуем мы его заводить. Так сказать, пробный запуск. Как видим, все в порядке. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, пока!